я хочу сказать, это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. Когда UFC позвонили мне и предложили Джастина, я поговорил с отцом, то есть со своей мамой. 3 дня я с ней говорил. Она не хотела, чтобы я бился без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И если я дал слово, я должен сдержать его. Это был мой последний бой. И есть только одна вещь, которую я теперь хочу от UFC, чтобы во вторник вы, ребят, поставили меня на первое место pound for pound, потому что я заслужил это. Я непобежденный и неоспоримый чемпион легкого веса. 13-0 в UFC, 29-0 в профессиональной карьере в ММА. Думаю, я заслужил.